дня прошло, и я вновь ходила на тихую охоту. Наохотилась вот такую хорошую чашку, это литров, ну, где-то почти пол ведра. И сейчас с нее я сделаю настоечку, клубничную настоечку. Весь процесс я вам засниму. Кому интересно, оставайтесь со мной. Покажу вам вкуснятинку на любой праздник, Новый год или что там еще. Это очень вкусно. Ее, как говорится, пьешь и смакуешь, как она приятная на вкус. И с градусами, да, с градусами. Так что начинаем. Сейчас я вам все покажу. Всем привет! Я встречаю так вот поздно. Так решила сегодня выйти попозже на своей кухне вечерней с гирляндами. Но она мне как светильник, так что ничего страшного. В этом я не нахожусь, если у меня гирлянда горит. Пусть горит, зато ночью видно. Так, что же я вам хочу предложить на сегодня? А предложить я вам хочу... Клубничка-то у всех спеет или как? У меня немного пошла. Но если у вас кого-то уже поспело, и вы же снимаете неплохие урожаи, то давайте с вами сделаем к Новому году вкуснятинку. Даже она и раньше будет у вас. Ей всего надо будет 20, ну, месяц от силы постоять. Настоечка или наливка. Кому как угодно. Я говорю настойка, она же настаивается. Наливка, это я не знаю, как правильно. А настойка клубничная. Я ее делала уже третий год. 2 года подряд делаю. Ну, вкусная, вкусная, ароматная. Сладенькую делаю, не кислую. Кислую не могу, он полный рост у ней. Так что вкусную делаю, сладкую. Делаю без воды. Но сейчас я вам все покажу. Клубничка у меня вот она. Это моя, с моего огорода, как я вам показывала. Банка у меня 5-литровая. Мне свекровь подарила. Одна мне под капустой, а это пойдет под настоечку. Все, сейчас я вам покажу, что я делаю, как быстро, как всегда. Будем смотреть одним словом, что я тут творю. Ну что ж, мои хорошие, клубника со мной. Я пересыпала ее в 5-литровые. Получилось полбанки. Делаю все на глаз. Я как-то к рецептам особо отношусь спокойно. Язык мой рецептор. Сахар, ну, грамм 700 тут есть хороших. Вываливаем все сюда. Сахар высыпаем. Клубничку я помыла, перебрала. Немножко она посушилась, постояла. Все, как говорится, гениально просто. У меня водочка. 40 градусов. Ее привезли нам с Москвы. Это вроде питерская водка. Не знаю, паленая или нет. Ну, мужик пьет. И не первый раз. Так что... Вот. Прям закупоренная. Пахнет водкой. Пахнет. Фу. Тут вот 5 литров. Я прям на глаз. Сейчас вылью 2,5. И будет хорошо. Так я делаю смородину. Вот еще чудока. Надо на смородинку оставить. Еще нальем. Ну, еще прям чуть-чуть. Все, одну половину будет. Даже маленькая, еще грамм 200. Ну вот, чтобы не обидно было. Эту закрываем. Это для смородины еще пойдет. Ну, а тут все. Я делаю без воды ее. Кто-то наливает воду. Я без воды. Сахар, водка и сама ягода. Закрываю крышкой. И теперь я буду ее каждый день брать и встрехивать. Обычно она стоит 21 день. Ну, я могу и попозже. Могу месяц ее отстоять, могу и полтора. Хуже она не будет. Наоборот, на всю ягоду себя отдаст. Весь аромат, весь вкус. Вот такую делаю настоечку. Кто желает, пожалуйста. Хороша, вкусная. Вкусная. Такая душистая получается. И смородина вообще бесподобная. А вишня вообще...
смородиное делала, но было чуть-чуть кисловатое. Для меня. А кому-то вот я кого угощала, будет хорошее. Ну, хорошее так хорошее. Так что вот, пользуйтесь рецептом. Если кому-то пригодился, я только буду рада. Спасибо. Поделился я с вами. Просто и вкусно. Забыла сказать. Вот она стоит у меня дня 4-5. Сахар как растворится, и я попробую на вкус. Если она мне по вкусу устроит, значит, я так и оставлю. А если будет кисловато, то я добавлю сахар. Так что все по вкусу. Главное, что тут водички нет, водочки много, она будет немножко крепленая и вкусная. Ну, вот так вот. Думаю, все теперь. Все рассказала. Все поделилась с вами. Пока. Простояла клубничка 4 дня. Сейчас мы ее попробуем. Как она тут на вкус. Сахар уже весь растворился. Осталось на сладость попробовать ее. Налила себе вот такую мензурку. Мне хватит. Сейчас я ее опробую. Ну, как сказать, хорошая. И сладкая, и чувствуется спирт. Прям. Она вообще в клубнике хорошо чувствуется спирт. Смородина не так. А клубника прям чувствуется хороший спирток. Ничего не буду добавлять. Все замечательно. Вот такая. А тут у меня стоят бройлером. Даю витамины. 5 кубиков на раз. Пропаиваю их витаминками.